Всем доброго времени суток, с вами канал Art Mania, и сегодня у нас видео обзор на вот такую маленькую коробочку конфет трюфель Рио де Оро. Здесь у нас 200 грамм. Покупала я его в магазине Светофор в районе 80 рублей. Так, вот здесь у нас производитель написан. А с этой стороны у нас состав. Так, находится у нас всего 2 Е-добавки. А, нет, 3 Е-добавки. Ну, большой состав, как всегда. Ну, по крайней мере, 3 Е-добавки. Это не так много. Давайте его откроем. Вот так он открывается. Внутри вот такой маленький мешочек. Кстати, он довольно тяжелый, там действительно, наверное, есть 200 грамм. Так, также нам понадобится наша тарелочка. Как они выглядят, довольно симпатичные, такие у них прям фитильки, тут видно, видите, вот эти вот фитилечки прикольные. Так, давайте я их быстренько сейчас посчитаю, сколько их тут штук. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 штук их. И давайте же попробуем. Довольно сложно она режется. Внутри такое ощущение, как будто шоколад «Щедрая Россия», который не ломается, толком не режется. Такое здесь прям что-то очень черное. Вот, ну и отрезанный кусочек тоже. Давайте я попробую целую. Кстати, они разные. Вот тут вот попухлее немножко. А вот это прям тоже еще пухлее. Как-то такая. Здесь похудее. По вкусу, знаете, как будто какая-то обычная конфета шоколадная. Именно вот просто чисто шоколадная конфета в крошке какао. Не в крошке, а в посыпке какао. Потому что жуется она действительно тяжело. Ощущение, как будто он из холодильника, хотя он был в тепле. Ее как бы кусаешь, а поскольку она такая вот как бы кругленькая, зубы просто съезжают в бок, и это очень неудобно, пытаешься ее раскусить, но не получается ничего. Она резалась довольно тяжело, и то есть кусать ее тоже довольно тяжело. По вкусу вроде сначала напоминал что-то на трюфельку, но, блин, мне кажется, я помню, что они были мягче гораздо. Даже в Ашане я покупала за 100 рублей такую же коробочку, другой производитель. На нее, кстати, тоже есть обзор. Мне кажется, она мягче была. Знаете, реально, мне даже не хочется их есть. Мне не понравилось то, что вот они такие вот жесткие. Не знаю, если можно, конечно, держать ее во рту, сосать какое-то время, то, наверное, она растает. Но обычно я люблю жевать. Ну, по вкусу, да, просто как шоколад, посыпан какао-порошком, и все. А как подарок, я думаю, можно подарить. Они довольно, кстати, красиво выполнены, похожие на трюфель. Может быть, девушка или кто-нибудь вполне, может быть, оценит.
Купила бы я его снова? Честно, нет. Точно нет. А когда я его еще брала, я подумала, о, трюфельки, надо взять побольше. А сейчас думаю, нет, я лучше поеду съездить в Ашан и там куплю получше качеством. Которые помягче, как-то получше. Не знаю, может быть, настоящий трюфель таким и должен быть, но я думаю, настоящий трюфель дороже будет стоить. Вот. Как-то так получилось у нас с вами. Вроде вот у него название хорошее, красивое. Рио Диоро. Не знаю, если я, конечно, правильно читаю, но довольно красивое. Но на вкус обыкновенный. Просто шоколад. Напишите свой комментарий, свои отзывы, вернее, в комментарии, что вы об этом всем думаете, какой на самом деле должен быть трюфель, жесткий или мягкий, обязательно напишите. Вот, на сегодня это все, с вами был канал Art Mania, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно, смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем. Наши обзоры, обзоры на технику, также на продукты, продукты из фикс прайсов, с других магазинов. И всем пока-пока.